Мармара она будет чуть-чуть позже, дней на 7 примерно, но по потенциальности урожайности процентов на 30 она выдает больше продукции. Ну и по весу она будет более крупнее, на 250-280 грамм. Также этот томат, вот люди, кто его выращивает так и в поле, как в теплице, ну, с полевой его позиционируют как тепличный томат. То есть его продают как тепличный за счет его товарного вида. Он очень красивый, из такой структурой тяжелой, там было 6 камер, хорошая структура. И по вкусу он под тепличный более подходит. То есть он будет позже, чем мармара, но он будет на порядок урожайнее и хорошо себя показывает также по устойчивости. Ну так вот у людей по открытому грунту до мороза очень много было трудов, пока вот не поразило их. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.